ЗСУ відступають на Донеччині, але аналітики американські, зокрема, стверджують, що наступ росіян може сповільнитися і досягнути кульмінацію у найближчі місяці. Тож ситуація може змінитися на користь України. З іншого боку, одне західне змі пише, що українські війська опинилися у пастці в Курській області. Що відбувається, з'ясую разом з ізраїльським воєнним оглядачем і Левін на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Да, добрий. День. Ну спершу прошу прокоментувати дві вибухові в Росії події. Сили оборони атакували базу зберігання шахедів у Краснодарському краї, там нібито було 400 одиниць ударних дронів. І на аеродромі Ханська Вадигей знищено склад з паливом. Е, чи схоже на те, що Україна нарощує спроможності у питаннях повітряних атак, і наскільки значимими ваговими є сьогоднішні інциденти? Віті ви продовжуєте винести їх матеріальну базу. склады с боеприпасами. Вот это самое главное, это центральное. Много раз я об этом говорил и, кстати, в ваших эфирах тоже, что вы не можете симметрично с ними гоняться, вы не можете столько, столько же людей или столько, столько же авиабомб, например, выставить да, на поле боя. Поэтому ваша цель это сколько не людей ему убивать, у людей их так много, вот, а материальную базу выносить все, то есть логистику, боеприпасы, склады и так далее. Так далее. Вот, поэтому здесь не наращиванием, здесь просто методично идет дальше вот планы Украины по уничтожению всех их возможностей. ну, дальше больше, <с Liberty Overwatch> тут лучше, там еще много целей есть. Потому что когда Зеленский приезжал в США к Байдену, он уже там конкретно не, с вопросом разрешения ударов, а конкретно с банком целей. Он приехал к со списком, где показал, смотрите, нам нужно вот удары, с теми же «Штормшеду» или «Атак-МС» да, по территории Российской Федерации по конкретным таким-таким целям. Какие там цели были? Вот то, что сейчас вот горит. Просто одно дело, когда у вас беспилотники пытаются прорваться, другое дело, когда туда прилетает «Штормшеду», как бы, вот. Или какая-нибудь баллистическая ракета, которая, ну, ее, ну, у русских почти нет возможности перехватывать баллистику. То выходит, что Зеленский просил дозволу атаковать конкретные военные объекты в России? Ну, так об'єкти, які горять, тобто може поймати, що Україна є бак цілі, ви вы виносите своїми силами. Mm -hmm. Було б бы хорошо, якщо б вам розрішили балістика, бітілі yeah. про ситуацію на фронті хочу спитати: маємо вихід ЗСУ з Вогледара, Тепер бої у Турецьку, міські бої вже накопичення сил на запорізькому напрямку. Про це в ЗСУ кажуть, що там будуть нові штурми. При цьому аналітика інституту вивчення війни кажуть, що наступ росіян може досягти кульмінації в найближчі місяці. Чи схоже на те, що наступ росіян зупиниться? мы же не будем заниматься как бы, гаданием на кофейном гуще, но ну, всевозможные умники говорили, что к сентябрю у русских выдохнутся, но сентябрь уже прошел, и как-то они не выдохлись. Зачем тебе заниматься? Где враг будет остановлен, это компетенция конкретно на, на, на местах военачальников. То есть это на тактическом оперативном уровне. это их компетенция. Более того, если у вас, ну, допустим, на среднем уровне, каком-нибудь оперативном, если вы комбриг, у вас есть развед информация, где когда враг там выдохнется, вы не будете такие вещи нигде публиковать и говорить. Ну, потому что вы подсказываете врагу, что вы о нем знаете. Поэтому как бы, я советую украинским СМИ не заниматься как бы, гаданиями и так далее. Лю люди ну, просто хотят хорошие новости, чтобы сказали, что все, враг остановился, дроны кончились, ракеты кончились, все плохо, там, не знаю, завтра Москва сгорит и так далее. Это приятно, все, конечно, хорошие новости. Но пока существует Россия, будет существовать война, война будет и весь этот год, весь следующий год, 26-й год тоже будет война, и 27-й год будет война, и, видимо, в 30-м году будет война и так далее. В разных масштабы могут быть. Вот она может чуть интенсивнее, чуть, -чуть больше. Может быть, она будет больше и, и, и намного страшнее, чем сейчас а может быть меньше и так далее. Но пока существует Россия, она от вас не отстанет. Поэтому вообще весь этот дискурс, сейчас что-то дошло к кульминации и прекратится, он погубный, он ошибочный, не нужно как бы его так ну, мыслить, он, он, он создает ложные ожидания, которые не должны быть. Например, у нас в Израиле, мы понимаем, мы воим 75 лет, и у нас были большие войны, где погибло большое количество людей, и маленькие войны, и операции, и средние войны, где-то у нас успешно все идет, как вот там пейджерная атака, когда перебили всю там, верхушку Хизбаллы и уничтожили лидера 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 и зама лидера вот этих троих и так далее сейчас. А были неудачные с моменты, нехорошие, не была резня 7 октября и так далее. Нас никто в Израиле не говорит, что все, завтра вот все вот прекратится, вот больше не будет резни, не будут убивать, не будет терактов, не будет войны, не будут там иранские ракеты лететь и так далее. Дискурс говорит, надо большую армию, надо еще большую армию, надо увеличивать армию, вот, надо развивать свое, открывать новые фабрики, заводы и так, далее, и так далее. То есть, об этом дискурс. То есть, дискурс должен быть не тогда, не такой вот, когда там русские выдохнутся и остановятся. А дискурс должен быть, а сколько сейчас заводов нужно построить, а где взять еще деньги, а где мобилизовать еще людей и так далее, и так далее. А дискурс должен быть на войну, на долгие десятилетия и вперед и так далее. Не вы что вы выбирали. Россия хочет вас покорить и уничтожить уже, ну, сколько, сотни лет вообще-то это все идет. Вот, в свое время вы свою государственность добыли, ОНР, ну, пришла Москва, вы ее потеряли. Так зачем тогда говорить сегодня, что она остановится, если она сто лет назад не остановилась? Так почему нужно сейчас останавливаться? Ну, сколько перепугу? Вот. Если Россия развалится, и там начнется гражданская война, тогда можно будет о чем-то таком говорить. Но пока такого не наблюдается, война есть, будет, и, как я уже сказал, будет дальше. Ну, якщо на якомусь відрізку часу, на якійсь ділянці росіяни видохнуться, сили оборони зможуть використати цей момент. Ну, можна поглянути на це так. А я покладаюся на аналітики інституту вивчення війни. Є, от, наприклад, ще американський військовий аналітик Майкл Кофман, старший науковий співробітник фонду Карнегі, який. Каже, що чисельна перевага Росії у війні проти України знижуватися почне до кінця 24-го вже року і зараз стикається з дуже серйозними труднощами. Це ж не гадання, це ну аналітика, чи нам не слід довіряти е колегам з Америки? І тут ще питання. От ви кажете, буде тривати. А от Зеленський останнім часом дуже часто говорить про те, що війна закінчиться швидше ніж багато хто думає. Виходить, що ви камінь в його город зараз кидаєте, коли кажете, що так не можна, ложне Жаданія. Не, Зеленский политик. Война до продолжения политики насильственными методами. Угу. Мы говорим сейчас не про политику. Если говорить про политику, можно сказать, что завтра, не знаю, там, великая дружба с Россией будет и так далее. Это же этот, э, выбор политиков. Вот. Насколько там общество согласится на это и так далее, это уже отдельный вопрос. Насколько армия согласится и всякие такие вещи. Но мы сейчас говорим не про политиков, мы говорим про оперативные моменты. Насчет военных аналитиков. Э, большинство своих прогнозов они, были, они ошиб, ошибались и ошиблись. Тот же Майкл Кофен, кстати, считал, что полномасштабного вторжения не будет в 2021 uh -huh. году. Вот. Ну, то есть, совсем у к Майкла Коффина. Ну, не он серьезный аналитик, это сейчас как бы, на всякий случай, не камень в огород, но просто он очень жестко ошибался. В том числе в прошлом. Вот. В том числе в оценках полномасштабного вторжения. Вот. А, в том числе все именитые западные аналитики говорили, что крупного украинского наступления в этом году не будет. Курская область. Uh -huh. А, но, ну, нужно понимать, вы понимаете, как журналисты гонятся за хайлайтами и кликбейтами, аналитики гонятся как бы постоянно за ну, анализом, как бы это ни звучало. Поэтому они постоянно должны что-то выдавать. Вы понимаете, что если вы начинаете выдавать какие-то вещи, ну, такие маловероятные, большой шанс того, что вы можете ошибиться, и потом как бы на вас посмотреть как на дураков. Поэтому сейчас аналитики консервативны. То есть не нападут, не будет, пришел наступление, не будет, этого всего не будет и так далее, и так далее. В, конце, в итоге они ошибаются сами. Поэтому аналитик аналитику рознь, и лучше в первую очередь доверять компетентным людям, в первую очередь военным, людям с военным образованием, которые конкретно непосредственно на местах этим занимаются, и так или иначе. Ну, вы понимаете, когда, например, украинские военные, я говорю про офицеры, не аналитики, а военные, говорят, что нужна дивизионная система, есть украинские старшие офицеры, которые в звании подполковника и так далее, которые говорят, нужна дивизионная система. Это аналитика, как бы да, они анализируют, вот она нужна, но, но это как аналитика от кого? От непосредственно участников боевых действий, то есть офицеров, которые понимают, что, что нужно для структуры. Поэтому на такую аналитику, например, я могу опираться, если я где-то буду говорить, да, вот передавать, я буду говорить, вот в Украине есть запрос от определенного уровня старших офицеров, что нужна, нужна дивизионная система с бригадной перестанки на дивизион. А гадать на кофейной гуще, когда кто же где остановится и так далее, это опять же гадание на кофейной гуще. Действительно, у русских все плохо. Просто то, что у них все плохо, не говорит о том, что у вас хорошо, у вас тоже плохо. Вот. Потому что это часто как бы забывают одно, когда говорят о другом. У них, да, у них проблемы с человеческим материалом, у них проблемы с технической базой. Ну, то есть все эти вот их эрзации, решения на поле боя да, какие-то обшитые, вот там, уже автомобили обшитые, как бы железом, мотоциклы и так далее, это все нет хорошей жизни происходит. То есть у них уменьшается количество возможностей, да, у них там самоходные артиллерийские орудия, там определенные были выбиты, да, у них действительно светский запас в каких-то положениях подходит к концу, а какие-то у них осталось только еще на один год, кстати, еще на целый один год. Вот это не завтра, да, закончится. То есть у них по некоторым позициям, у них есть еще запасы там для восстановления на 25-й год. Вот. Ну, в целом, да, у них как бы тенденция общая, конечно, да, у нас снижается. Вот мы видим, например, их наступление на Покровск. Ну, оно как-то так притормозилось немного. Вот. Ну, ведь тоже, понимаете, часто, когда говорят о том, что где-то там у русских притормозилось, сразу что говорят аналитики, тоже Кофмину помянуты? Вот у, -у, у русских кончается потенциал. А почему не посмотреть это с другой стороны? что, Ну, потому что где-то начали эффективно, например, действовать украинские силы. Ну то есть, если враг где-то не продвигается, не обязательно потому, что он где-то кончился, а может быть где-то просто были качественные решения сделаны. Ну, мы же опять же мы сейчас вот видите, мы мы переносимся в элемент как бы гаданы на кофейной гуще. А, вот где конкретно у них кончились силы, где конкретно у них они совершили ошибки их командиры, а где наоборот вот украинские силы смогли эффективно и качественные решения принять командиры вот эффективно действовать или где синергия есть этих вот элементов, вот где и то и другое и третье вместе. Вот. Э, вместе с тем просто и, и много раз уже, особенно в этом году, было пустых ожиданий, поэтому не хочется как бы вот снова в эту ловушку попадать. А западные аналитики, что понимаете, они, ну, они, 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 они же не в Украине, не в России, для, для них это война как футбольный матч. Поэтому они строят там прогнозы, раскидывают э, широким жестом вот э, всевозможные там эти, э, особо, особо, не берут потом на ответственность, когда ну, в чем-то ошиблись. Знаете, знаете вот э, тоже много именитых, не обязательно Майкл Коффман, но вообще именитых э, военных аналитиков и так далее, экспертов. Они вот а АБВ говорили, оно не случилось. Ну, они себе живут дальше, но ну, какая разница и так далее. Вот. Вот, поэтому нет, я призываю самих украинцев не смотреть на как футбольный матч вот, и доверять только компетентным людям, их очень мало на самом деле. Вот. ну понятно, что СМИ нужно постоянно кого вот, где то где-то представлять, поэтому конечно, конечно же, там начинается все от института изучения войны, Майкл и Кофман, и аналитики, вот, меня, кстати, вы позвали и так далее. ну я вас покликал, чтобы вы в том числе спростовывали эти заявы аналитиков, а не для того, чтобы вы кликбейт заголовкой давали. не, не, понятно, я просто объясняю, что вот такие вот очень вопросы широкими мазками, когда где что остановится и так далее, это компетенция всегда непосредственно военных на каких-то местах. То есть вот те военные, которые находятся на Покровском направлении украинские, и у которых есть разведданные, что происходит с русскими, они могут вам действительно точно сказать, почему, например, они перестали где-то продвигаться. А глобально, да, разведка Украины, там гуры не только, могут сказать действительно их состояние в материально-технической базе. Но опять же, в здравом умении, кто-то такие вещи не будет публично озвучивать, потому что помогать врагу мы подсказываем ему, что мы о нем знаем. Ну, нельзя такое делать ни в коем случае. Вот. Ну, например, то, что ну, мы очень хорошо знаем, нафиг разведка, что с хизбалой сейчас. Но мы не озвучиваем это. Мы только говорим, сколько было поражено целей. Там, допустим, более трех тысяч целей там, поражено за неделю. Вот, в Ливане и так далее. Но мы не говорим, что вот, э, вот такое, вот, чтобы не давать Ирану и Хизбалле как его, информацию. Я хотел у вас спросить про Хизбаллу, про то, насколько организация разбита. Выходит, что теперь все втрачена возможность. Вы не скажете. Что именно? Хезбула, насколько разбита организация. Я маю на увазе, что вы честно теперь не скажете. Я, я, я скажу по-другому: ее очень больно бьют. Угу. Ну, тут, ну, как бы тут не нужно быть большим. Mm. Я скажу даже немножко по-другому. Ее очень больно бьют, это первое. Во-вторых, что ожидалось? Ожидалось, в том числе самой армией, это не аналитиками, а армией что в повномасштабной войне они смогут запускать до трех тысяч боеприпасов в день. Ну, ракет, реактивных снарядов и так далее. По израильским городам, в первую очередь. Такое количество перехватить не может никакой системы ПРО, то есть были бы разрушения, падения там и так далее. И система, вчера, кстати, Хизбалла запустила по Кириатшмана, городу на севере реактивные снаряды, и там погибло у нас два гражданина, мужчина и женщина. И тогда они запустили, по-моему, что-то до сотни. А тут и расширить шла трех тысячах. При этом идет большая война уже, идет уже неделю наземной операции израильской, целые четыре дивизии заняты, четыре дивизии, вот каждая дивизия, там в ней три-четыре бригады внутри каждой, то есть считаем, да, до десяти бригад, вот, то есть большой, большой как бы размах, да еще на маленьком театре боевых действий там все как бы на пятачке у нас, вот, и вместе с тем они не запускают три тысячи ракет, ну, и снарядов в день, то есть мы ожидали вот это, а этого не происходит. Можно сделать вывод, что, вероятно, их потенциалы и возможности очень сильно подорваны. Ну, плюс ликвидация их лидера и ликвидация того, кто сменил его через 4 дня, и ликвидация того, кто должен был сменить его. Вот. И сейчас, кстати, у них нет официального лидера, как бы они не объявляют, а понимают, что сразу ликвидируют его и так далее. То есть можно с этого делать как бы, какие-то определенные выводы. Поэтому так, да, СБУ очень сильно бьют, и то, как она реагирует, она реагирует намного слабее, чем ожидалось. Вот можно так ответить. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що відповідь Ізраїлю на ракетну атаку, яку здійснив Іран, буде смертоносною, точною та несподіваною. Хіва, відповідь анонсується? Ми з вами говорили і висміювали навіть Іран раніше, які мовляв лякають відповісти. Не здатні, що виходить, що так зараз відбувається з Ізраїлем. Всі чекали на відповідь, але щось забарився. Ізраїль. Не знаю, будем смотреть. Ну, то есть, я вполне доверяю, как бы, нашему руководству, потому что, обратите внимание, все, что до этого руководства говорило, оно ну, выполнило. В том числе тот же Галант, я его, кстати, знаю, как бы, буквально чуть ли не лично, потому что, когда я еще на срочной службе служил, он был командующим Южным, Южного округа. Как раз это была операция «Литой свинец». Вот, он тогда приезжал в штаб дивизии, помню, там, когда ну, мы, младшие офицеры, тогда приходили, там, это все, ну, короче говоря я еще с тех времен, как бы помню, знаю, что это человек слова. Он говорил, что, когда вас спросили, ну, в плане войны с Хизбаллой, где красная черта, он сказал, когда будут бомбить берут, и бомбить берут как газу, это будет красная черта. Но человек не обманул, берут сейчас бомбят, и там Дахия, а квартал стирают с лица земли, вот, э, фактически уничтожают. Ну, то есть, как вот, Галан сказал, так оно и происходит, и делается. Вот, поэтому, если Галак что-то где-то заявил, вот я уверен, с максимальной долей вероятности, что так оно и будет. И, кстати, плюс, ну, какие-то такие заявления могут делаться, в том числе для того, чтобы врага запутать. Да. Так или иначе, ну, в Иране очень все там на паранойи сидят, вот, в том числе их верховный лидер, он в каком-то защищенном месте, корпус остров исламской революции, так как боятся как бы, и его ликвидации. Ну, то есть мы, мы видим, что это все очень, очень мощно действует, и уровень невроза в Иране он растет. Якщо Галанта слова буквально сприймати смертоносною, точною та несподіваною, ну воно жахливо звучить в тому сенсі, що Іран також може потім відповісти. Все це може перерости у дуже велику війну на Близькому Сході. Ризик варіант да, mm -hmm. да, варіант розсматривається. от, не случається, але його такого варіанту не хочуть у Сполучених Штатах і стримують Ізраїль. Я правильно розумію? Да, США не хотіть, але ми как бы, последні время не слушаємо. Вони не хотіли, щоб ми в Рафях заходили, заходили. Мы туда не просто зашли, мы там все разрушили нафиг, вот взяли границу с Египтом сейчас, там расширили, построили военные базы, прокладываем дороги и так далее. Но ну, американцы пожали плечами, сказали, ну, блин, ладно. Ну, так с американцами всегда надо, я не понимаю, почему вы их слушаете, вот, ну, реально. А мы залежим от вид Так они ждут от вас, вы были этими наглыми. Так мы, мы у нас тоже с ними договоренности есть и так далее, целая куча. Но них, они их и не, это, как скосуют, это, как его... Отменить. Ну, тут пытание... Отменяют. Они их не, не отменяют, их, они их не отменяют. Они просто говорят, ну, ну блин, ну, блин. так, так, так а как по-другому-то? Просто у Израиля и Штатов есть союзнические отношения, у Украины и Штатов нет. С 80-х. Это же принципово разные вещи. Да, с 80-х, да, да, 80 да, да это, это так, это так. С 80-х. Но ну, вели мы себя с ними нагло еще до этого. В 70-е, 60-е. Ну, когда Машеда Ян говорил, наши американские друзья предлагают нам оружие, деньги и совет, мы берем оружие и деньги, от советов отказываемся. Он так говорил в конце 60-х, когда еще, еще и не пахло и близко как бы этим союзническим договором. Действительно, Израиль является э, стратегическим союзником США вне НАТО. У США есть 10 таких союзников. Там, Южная Корея, там, вот эти все и так далее. Вот. Израиль в том числе, Катар, Египет. Вот. По-моему, Египет, если я не ошибаюсь. Вот. Иордания, Израиль в том числе. Но это только 80-е годы. 80-е годы. Стати союзником Украины в час такой войны. Ну и более того, я напомню, что вы же официально отказались от этого статуса. То есть в 2021 году Верховная Рада как бы сказала, что нет, наш путь в НАТО. У вас в Конституции прописано, что ваш путь в НАТО. Как бы, невозможно сидеть на всех стульях, как бы. Или союзник США вне НАТО, а так, так и называется официально, и, 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 или член НАТО, как бы. Вот вы тогда Верховная Рада, причем большинством голосов, сказала, что нет, вы против этой идеи быть союзником США и ваш путь в НАТО. И даже в Конституции это прописано. Вот. Ну, то есть дорожная карта вашего вот, государственного строительства должна как быть все-таки ваши элиты, так как его. Но в то время, когда как бы, и у нас никто не думал быть частью НАТО, да и НАТО нас не взяли бы. Я имею в виду 60-е годы, говорю. И когда и даже близко еще не был Израиль союзниками на США и так далее, мы уже тогда делали, что хотели. Но в поэтому мы живы. Если бы мы не делали, что мы хотели, то нас бы уничтожили. Вот. Ми, американці ну, во многом нас взяли союзники 80-е років, тому що ми віли, що ми делаємо, що хотіли, що на нас можна как бы, розслідувати. Ми зараз не робимо те, що хочемо. Я маю на увазі її ураження цілей на території Росії, чого ми ну, справді ще рік тому не хотіли. Ви не, не используєте западні дальнобойні системи, по удари по Росії. Це так. А без дозвола, что можно взять их и выкрасить? Я бы, если бы я был бы на месте руководства Украины, я бы использовал и по факту бы просто поставил бы американцев перед фактом, и попросил бы их еще. Сказал, смотрите, видите, как красивые аэродромы горят. Давайте еще ракеты. Ну то Вот. <клес> вот <клес> и все. Так, ну, звучит небезпечно. Справа. Так и война, это небеспечно, и самое главное, что ну, у вас идет война на уничтожение, Россия хочет лишить вас государственности. Ну, то есть, вы, вы же занимаетесь не какой-то ограниченной войной, просто как бы войнушка такая, элита воюет с элитой и так далее. Ну, по крайней мере, вы так то декларируете, ну, или, или просто скажите, что на самом деле война ведет не за, не за выживание, все будет нормально, Украину не хотят уничтожить, не хотят лишить ее государственности. Вот, ну, на самом деле, как бы, ну, и тогда, значит, ничего не нужно. Ну, то есть, как бы, нужно как бы определиться... Но ну, если такое вещи заявляются, то тогда нужно использовать все средства максимально, То, что называется all-in. Вы находитесь в ситуации, когда нужно all-in. Вот. Ну, с моей точки зрения, Израиль всегда так действовал и так далее. Но сейчас вот американцы постоянно на, на, на нас бухтят, говорят: ничего, вы нас не слушаетесь. Мы говорим, ну, как бы сорян, ну мы понимаем, все. Но у нас как бы свои национальные интересы, и нас хотят уничтожить, нас хотят буквально уничтожить евреев. Но они декларируют. То есть э, Иран, Сирия. А Ожир, кстати, про него забывают, он просто сидит там не рыпается, но он тоже декларирует уничтожение Израиля. Вот Хизбалла, там, ХАМАС, они декл... у... не просто разгромить, не просто побить, не просто где-то там не знаю, там вот, только с голландские высоты вернуть Сирии хочет, а именно вообще уничтожить. Да декларируется. Так, так потому, само, что, и вуково... Россию декларуются э, мета украинцев. Ну, ну, Путин ну... в Путин в 2022 году это озвучил. Потом <свеч> они менялись с этим цели СВО и так далее. Но Путин изначально озвучил как. Ну и пусть они Киев окружили, хотели взять. Ну для чего они хотели Киев взять? Чтобы лишить вас государственности, поставить свою, марионеточная, и так далее. <свеч> вот. Ну, и плюс самое главное, что происходит на территориях, э, которые они захватили, как их освободили. Они же не создают там типа, правильную хорошую Украину. Они анексировали эти территории и стирают украинскую идентичность. Это же не как Северная и Южная Корея, да, они создали, они говорят, что есть плохая Украина, которая там какие-нибудь нацисты, комары, наркоманы, это все в перемешку, биолаборатории, а мы создадим хорошую, мы русские пришли спасать братьев украинцев, якобы, и сделать хорошую Украину, и действительно вот на юге создают как бы Украину 2.0, вот именно хорошую Украину, правильную, без, нар... без, этих наркоманов, без комаров, без нацистов и так далее. Так нет, они не делают, они создают там Россию. Так, и плюс еще и Мариуполь заселяют ну, этими какими и кавказцами, переселенцами всевозможными, и короче, вообще непонятно кого привозят, вообще какую-то, ну, жесть творят, да, детей сейчас воспитывают для того, чтобы их э, потом в армию, как бы, там уже милитаризация детей тогда происходит, и полное стирание украинской идентичности, их воспитывают как русских, ну, 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 как бы, ну, вот, ну, вот, а почему тогда не all-in, почему тогда, как бы, не идти в банк если, с, с, ну, с вами такую войну ведут, как бы. Вот. Ну, опять же, это, ну, это просто мое мнение. Я никому, я никому ничего не говорю, что нужно делать. Украинскому руководству виднее и понятнее. Вот, я не нахожусь там. Я просто говорю, чтобы сделал я, если бы я там был. Вот. Ну, мы просто постфактум всегда умные. Мы смотрим на решение Израиля и говорим, а, ну вот Израиль так поступил, но ну, все, все, потом было норм, как бы. Нет, если вы посчитаете, что, например, перед Соседневной войной, ну там люди думают, что все, ну конец, как бы, смерть. Ну, то есть считалось, что сейчас не получится, все, сейчас все эти огромные армии с советскими танками самолетами придут, все, всех уничтожат, скинут в море. Это сегодня, из того, что Израиль победил, разгромил в тех войнах, мы таки думаем, ну, там, у Израиля все на мази было. Да нет, даже близко нет. Люди сидели на таком, как бы, параноидальном взводе и, и ужасе, что вот прямо сейчас начнется резня. Просто всех, всех перебьют. Вот. Вообще, все, как бы, миллионы людей они в море. Но это буквально декларировалось арабами. Ну, поэтому все шло в all-in, и в том числе и с американцами, ну, как бы, со всем уважением, но есть свои, как бы, национальные интересы. Ну, американцы всегда ругались, он Киссингер в своих воспоминаниях, там, говорит, говорил, что, вот, мол, это цитата, он говорит, мы не можем вас понять, вот, вы не хотите вочиняться там, этому, как его, ну, мировым, каким-то, не знаю, правилам, там, общежития и так далее, вы думаете только о своем, вот, возмущался. Дякую, Ігаль Левін, ізраїльський воєнний оглядач був моїм співрозмовником. Якщо не погоджуєтесь з паном Ігалем, будь ласка, у коментарі висловлюйтесь там, тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.